Всем привет, друзья мои! Сегодня на ужин я готовлю поджарку. Поджарка из свинины. Я взвешивала вот это мясо, оно у меня с жирком, я его уже порезала. Прям с жирком. 600 грамм. И приготовила также 350 грамм лука. Я порезала его очень крупно. Вот такими полукольцами и вот такой толщины. Наверное, примерно, сколько тут? Около сантиметра. Сейчас я разогрела в сковороде масло. Сейчас я опущу туда мясо и буду его поджаривать, чтобы там ни водички не осталось, ничего, выпарилась вся водичка. Ну, поджарю так, ну, минут 10, наверное. Прошло вот 10 минут, так поджарка начала поджариваться, вытопилась водичка, вытопился жир, потому что мясо-то с жиром было. Вот, сейчас я сюда добавлю лук, посолю, поперчу и снова поставлю на плиту. И буду жарить еще минут 15. Лук у меня обжарился, 10 минут прошло, с мясом вместе я посолила, поперчила и добавила примерно 100 миллилитров водички. Сейчас снова ставлю на плиту и готовлю дальше. Минут 10-15 у меня еще это будет стоять. Я забыла сказать, что я не закрывала это крышкой. Вот так выглядит поджарка. Все, водичка выпарилась. Все уже приготовилось. На гарнир я приготовила рис. Сейчас мы это все будем кушать. Вот так выглядит моя поджарка вместе с гарниром рисом. Ну, тут я приготовила помидорки, порезала капусточку и баклажанчики по-корейски. Я это снимала видео, тоже стоят в плейлисте. Какой вкусный ужин! Всем приятного аппетита! Готовьте поджарку вместе со мной. Всем пока!